Всем привет, вы на канале ArtFly, и это распаковка бумажных сюрпризов. Сегодня у нас есть одна новиночка, вот такая вот коллекция, школьная жизнь называется. Здесь 6 пакетиков. Такие вот пакетики. Так, давайте выбирать, какие пакетики сегодня будем распаковывать. Наша прошлая новиночка, пластырь называется. Давайте возьмем два пакетика, вот таких вот, с знаком вопроса и вот с таким узором. Коллекция Wednesday. Возьмем сегодня вот такой вот пакетик. Далее эмоджи. Давайте сегодня возьмем вот такой вот надписью эмоджи и с эмоджи. Коллекция Бисер. Возьмем кого-нибудь из маленьких пакетиков. Далее у нас коллекция канцелярия. Возьмем 5 маленьких пакетиков. Пусть каждого размера будет по одному. И огромная коллекция, такая вот математика. Сегодня возьмем также 2 пакетика. Давайте вот такой вот и какой-нибудь сейчас. Какой-нибудь достану, такой достану. Вот так вот. И наша новиночка. Давайте сегодня возьмем вот такой вот необычный. И вот такие вот пакетики у нас сегодня на распаковке. Итак, давайте пойдем по порядку. Коллекция Бися. Такой вот у нас пакетик. Так, что у нас здесь? И у нас здесь вот такой вот бисер, бисеринка. Это Мьюки Делика. Давайте приклеим на цифру 2. Далее коллекция канцелярия. Вот. Так, где она открывается? А что, у меня нет здесь насечки? Поняла. Ладно, сейчас ее сделаем, значит. И нам попался клей ПВА под номером 4. Вот сюда. Далее коллекция Wendy. Мы здесь уже открыли 2 пакетика. И сейчас будет третий. Под номером 2. Кстати, вот сюда вот. Давайте открывать. Ой, не сработала сейчас эта перфорация. Ой. Теперь я поняла, почему не сработал. Я немного подорвала пакетик. Ой, наклейку. Вот, ладно, ничего страшного. Нам попалась Энит без лица. Это на ячейку 2. Следующая коллекция. Это у нас огромная коллекция математика. Так, вот здесь я вижу, уже нужно не порвать аккуратно наклейку, что она сюда вылезла немного. Сейчас. Вот такая вот наклейка. Деление нам попалось. И здесь нету двустороннего скотча. Сейчас приклеим. Вот я принесла клей. По цифре 4 вот сюда. И второй пакетик из этой коллекции. Нам попалось такое понятие, как степень, под цифрой 12. 12 это вот сюда. Следующая коллекция. Так, это вот эмоджи. У нас один пакетик. Откроем. И нам попался такой вот грустный эмоджи. Так, давайте его приклеим сюда на вторую страничку. Вот так вот. Следующая у нас коллекция. Это прошлая новинка из прошлого видео. Вот.
Я здесь, кстати, добавила надпись, потому что я решила сделать каждую коллекцию с надписью, с ее названием. То есть. Так, что не открылось. Нам попался вот такой вот зеленый пластырь, его вот на эту страничку. Давайте его вот сюда вот приклеим. И второй пакетик. Нам опять попался вот такой вот фиолетово-розовый, голубо-фиолетово-розовый, здесь аж три цвета. И давайте приклеим его вот сюда. И вот новиночка. Вот так вот я оформила страничку. Мне кажется, простенько. Не заморачивалась по этому поводу. Так, давайте открывать. И нам попалась вот такая вот тетрадочка зелененькая, 12 листов. В линейку, кстати. Под цифрой 3. Сейчас я вам покажу, какие мы сегодня наклейки распаковали. Вот это вот, два пластыря. Потом вот такой вот смайлик грустный. Далее два понятия, это у нас деление и степень распаковали. Потом Энит. Клей ПВА нам попался. И вот такой вот бисеринка Мьюки Делика. И на этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!